Добрый вечер, друзья. Я въезжаю в одно из поселений в Израиле, кибуц. Это по-русски это колхоз. Хочу немножко проехаться улицами и дорогами этого поселения. Сейчас мы заедем здесь при въезде, как обычно, в любое поселение в целях безопасности. Это уже исторически сложившийся такой момент. Обязательно вот такие раздвижные ворота электрические, они на ночь закрываются. Вот такие шлагбаумы стоят. Но сегодня все открыто еще. У нас 4:30. Уже немножко темнеет. Кибуц очень симпатичный. Очень много зелени здесь. Это вообще район Голубых озер. Сельскохозяйственный такой кибуц, где производят сельскохозяйственную продукцию. Также есть здесь и перерабатывающие заводы. Эти кибуцы традиционно существуют, и вообще стиль здесь организации, это стиль коммун. Ну, с прошествием времени деятельность кибуца видоизменилась, они стали более, приняли более современную форму управления. Каждый член кибуца имеет право на, как говорится, свою личную жизнь. Выбирает, работать ему здесь или ему не работать здесь. Будут дети учиться здесь или не будут учиться. То есть все устроено очень демократично. Ну, остались свои принципы помощи друг друга, такого сообщества людей с определенными устоявшимися какими-то своими традициями, взглядами. Ну, это уже разговор более такой подробный, должен быть длительный. А пока я буду заканчивать. Всего вам доброго, до свидания. С вами был Леонид Матусов из Израиля. Подписывайтесь на мой канал. Удачи!